Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ты смотри, что у меня на ивенте происходит, ребята. Все обнулилось, абсолютно все. Все мои задания, что я выполнял, все, их нет. Вот только вот это, вот войдите во время текущего события, все. Остальное все обнулилось. Нормально, да? Сделали ивент на мою голову. Так, что у нас там по ежедневному испытанию? Тыква. Тыква мне не нужна, потому что тыква у меня есть. Ну что, ребят, давайте тогда, не знаю, на арену пойдем. У меня арена почему-то обнулилась. Когда я заходил в игру, знаешь, что было написано? Временно невозможно связаться с Google Play. То есть, как бы, ну, синхронизация не произошла. Может быть, какие-то проблемы на сервере, я не знаю, ребят. Но то, что обнуление, это, конечно, вообще не есть хорошо. Вообще не хорошо. Ну, будем играть тогда просто так. Все равно играем же в Tower Conquest, да? Пофиг на этот ивент. Ну, не получим мы с тобой Вуконга. Получим его когда-нибудь в другое время. Просто хотелось его потестить, посмотреть. У многих уже, у моих подписчиков, он уже есть. Они мне об этом пишут в комментариях. И я, в принципе, наверное, верю. Но почему он не присутствует в событии? То есть я его не вижу именно когда играю против ПК, ну то есть против компьютера, да? Почему его там нету? Вот это вот мне непонятно. Ладно, друзья мои, давайте отправиться в бой. Мы с вами на территории нежити. В принципе, здесь можно, наверное, я думаю, справиться со своими силами, да? Именно вот этой командой. Самурай. Мне, конечно, не очень здесь симпатизирует Некро. Вообще меня она раздражает именно здесь. Поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну куда ты? Куда ты? Куда ты вот бежишь, а? Бежит же, сломя голову. На! Так, мы тоже вызываем с тобой Некро. Ну, сейчас, естественно, распетрушит, конечно, тут. Понятное дело, что мой самурай вообще здесь не выживет. Это очень плохо. На самом-то деле. Эй! Ты гляди, чё... Да, что-то как-то вообще несправедливо, я считаю. Так, самурай, давай, давай, давай. Ты дышь! В дребезги этого зомби. Ну, а тут что? Тут-то что у нас получится? Тут должно что-то получиться. Да какого лешего-то? Я... Что это... Да как зомби мог идти? Пофиг ему на все. Он, ребят, стрелял у меня тыквоголовый, и он бежал. Ему по барабану было. Как такое может быть? Трындец просто. Он должен был взорваться. Нет, он просто бежал и все. И... Ну ты посмотри. Я не понимаю, что происходит с игрой. Просто я не понимаю. Вот тут он сразу взорвался. Там же он побежал ко мне, прямо сломя голову. Смотри, смотри. Ребят, что с игрой творится? Потому что видел, даже тыква, голова тыквы вот здесь вот просто замерла, зависла. Я же говорю, неспроста у меня все это обнулилось. Я не знаю, что с игрой произошло. Ну вот такая вот есть тенденция. Вот, видишь? Жесть. Да. Ну-ка. Смотри-ка. А, выиграй компанию, выиграй арену. Так, хорошо. Нефритовая империя, заявить рекламный сундук. Так, выиграть ежедневные испытания. Тренировать команду. Ну, давай посмотрим. Вот сейчас я, например, кого-нибудь прокачаю 10 раз, да? Вот, например, возьмем с тобой в нашей... Ох, ты подожди. Вуконг. Так, собери карточки. Главное, стрелочка стоит, как будто я его уже могу улучшить. Странно как-то. Ты видишь, стрелочка стоит? То есть он как бы готов, но в то же время я его не могу взять. Ладно, сейчас мы с тобой сделаем. Давай, например, прокачаем ту же самую пагоду. Раз, два, три, четыре, пять. Завершилось вот это вот? Ну-ка. Повышение уровня члена... Ну давай, хорошо, члена отряда, да, например. Блин, а тут у нас все прокачанные. Тут у нас вообще все прокачанные. Да ну, я думаю, нет смысла, ребята, кого-то определенного тут качать. Смотри, уже пропала стрелочка. Ну, например, вот этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Или он должен быть именно в отряде?
Повышение члена отряда 10 раз. Ну хорошо, хорошо, давай я возьму его в отряд. Уберем, например, мага, да, и поставим с тобой, ну вот, хилбота, допустим. Хилбот. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять сделал прокачек. Все, ребята, а я по пять делал, да? Так, становится лучше, завершено. Убираем его из нашего отряда. И забираем с тобой. Кто-то говорил, верни Теракошу. А сколько у нас звезд? Давай толкателя оставим, а? Пускай будет у нас толкатель. Он, правда, фигонько прокачан, ну да ладно. Так, тренировать команду, это понятно все. Что тут у нас еще есть? Выиграть нефритовую, так, выиграй арену 3 раза. Подобрать что-то там, использовать любую способность башни. Так, заявить рекламный сундук. Выиграй 5 битв, используя команду Б. Получить 5 карт из маркета. Из маркета, из магазина имеет в виду, да? 5 карт. Раз, два, три, четыре, пять. Считается? Считается. Заявить, так, понятно. Тут обучать отряды. Обучать, короче, все это мы сделаем. Но мне почему-то кажется, что это все опять обнулится при следующем заходе. Так, нам нужно еще 3 арены выиграть, сказали, да? Ну, давай попробуем сейчас выиграть арену. Так, возьмем с тобой вот этот отряд. Первый был уже поединок? Был, да? Значит, нам еще нужно 2 раза выиграть, и все, тогда будет нормально. Специально взял этот отрядик, чтобы не жалко было, потому что тут такой, знаешь, вшивенький, так скажем, отрядик. Пич. Ну, тут, понятное дело, победа. Сейчас мы эту пагоду... Бэм. Все, уничтожили ее к ядрине фени. И двигаемся дальше. Последний поединок с тобой сейчас... Нет, подожди. Арену. Арену верни. Будет разыгрываться здесь у нас страж. 21 карточка. То есть за первое место. Ну, первое место нам здесь обеспечено. Это я тебе гарантирую. Так что... Заберем мы с тобой этого стража. Только он нам не нужен. Вот в чем дело. Страж у нас прокачан по полной программе. Лучше бы нам дали бы 20 карточек на Вуконга. Угу. Через 3 дня, друзья мои, Горизонт Зира Новый мир будет. Предзаказ я уже говорю сделал. Теперь ждем, когда он выйдет. Все. Больше мы с тобой на арену не идем. Потому что с ареной уже покончено. Мы с тобой сделали это задание, да, ведь? Запрос. Сундук Нефритовой Империи. О, мне энергию вернули, прикинь. Так, здесь тренировать команду. Выиграйте... А, ежедневное испытание еще. Блин, ежедневное испытание 2 раза. Ну, придется, ребята, идти. О-о-о-о, ты видел там кто в команде? Так, тут надо постараться, там ведьма. Я не хочу как бы с ней. Ну тоже, во, смотрите, друзья мои, смотрите. Вы видите вот это вот? Вы вот это, подожди, не понял, почему ты? Стоп. Как-то как это, подожди, а почему? Что-то, подожди, не могу понять. А почему он у нас закрыт? Он же у нас есть, я понимаю, Вуконг. Но этот-то. В общем, ребят, не имеет значения, смотрите, скоро должно появиться еще 3 персонажа в игре. Вуконг — это один из персонажей именно Нефритовой долины. Так что нам стоит ожидать в скором времени открытия еще 2. Но я пока еще даже 1-го не получил. Так, что он тут взять-то еще? Я даже что-то не знаю. Кого мы возьмем? Давай ниндзю возьмем. Все, поехали. Так, у него тут что? Да, в принципе, команда такая. Не особо у него сильная. 2 раза, да, нам нужно победить? 2 раза. Так, ну что, можно, в принципе, выпускать Кракена. Давай. Эй, хе-хе, Ронин, Ронин, ну что ж ты так?
Что ж ты так медленно? Вот, видишь? Видишь? Да, с этим тебе, конечно, не сл... Хотя, почему не сл... Блин. Давай, ультушечка. Захотел он меня в клетку поймать. Наши лучи просто эту клетку разобрали. Вот и все, ребят. И победа за нами. Очень быстро, да, здесь мы с тобой? Так, подключение. Все, подключилось нормально. Иногда может, ребята, зависнуть на загрузке. Такое бывало. Переходится перезаходить. Не знаю, чем это связано. Так, ну что, давай дальше еще один разочек с тобой запилякаем. Берем здесь. Берем тут. Ой, зачем мне самурай? Самурай мне не нужен. Мне нужен вот этот парень, этот. Возьму ниндзю сюда. И ведьму. Ведьму я, правда, не успеваю пользоваться. Так вот сделаем. Поехали. Не будем полностью отыгрывать, потому что, ребят, ну нет смысла. Три победы эти делать. Нам написано было две. Значит, сделаем две. Единственное, что вот отряд надо как-то прокачать. Ума не приложу, как мы это сделаем. Ну что, Ронин, ты готов? Или выпустим в начале маговойна? Давай маговойна, наверное, сделаем для начала. А там уже и Ронина вызовем. Ронин просто вышел, да? К сожалению. Угу. На тебе клетку. Да вот дудки тебе. Ты посмотри, а? Эй! Ронин, блин. Твою налево. Да как так-то? Мне нужна ведьма. Да хорош. Давай, 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 родные мои. Никаких клеток. Ты сейчас, блин, серьезно, что ли, не пойму? Ведьма отходит. Да еще, еще. Так, мы его, у него уничтожили первую ведьму, да? Роня, давай. Ты глянь, что вытворяет, а? Ну-ка, поехали. Достанет же, а? Это еще, ребята, еще ни о чем не говорит. Он еще может призвать ведьму. Так что расслабляться еще рано. Давай, давай. Вот! Ты представляешь, что выделывает? Мне срочно нужен луч. Да куда ты бьешь-то? Да ты достал уже со своим этим. Так, упало у него, да? Ребят, 36 секунд. Я не знаю, успеем ли мы с тобой заварганить здесь это все дело. Как ты достал, а? Восемнадцать секунд, ребят, не успею. Давай, 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 давай. Раз, два, три, четыре. Есть. Фу, вот это была жара, ребята. Вот это была жара. Ты видел, что происходило? Это вообще жесть. Как он тут? Фух. Да, но мы выиграли. Мы выиграли с тобой так. И, по идее, это должно как бы засчитаться, да? Ну-ка. Подожди, а где это? Вот. Тренировать команду. Тренировка. Ну, выбрать, например. Выбрать что? Мы с тобой можем вот этот отряд поставить на тренировку. Да. То есть мы как бы его все отправили, да? Его у нас не будет. Или будет?
Непонятно. Ладно, мы с тобой двигаемся дальше. А что это у нас? У нас на этом отряде полная энергия. А, мы же восстановили же с тобой, точно. Так, хорошо. Ну что тут у нас? Призрак. Я думаю, наверное, вот этот отряд взять надо. Давай заодно и проверим толкателя, как он тут будет себя вести. Против, конечно, этой чумной мыши это будет, конечно, плохо. Но вот против... Блин, и этот еще тут летает, Каспер. Вот, вот началось. Твою... Ниндзя. Есть, успели. Давай-ка тут бомбанем, наверное. И вызываем толкателя. Я не знаю, что получится, ребят, с этим толкателем сейчас здесь. Да. В общем, ты все сам прекрасно видел. Толкатель — это просто жесть. Ты посмотри, это вот некро, что вытворяет, а? Ты видел? Конечно, ты видел. Еще бы ты не видел. А ну-ка. Вот. Летите обратно все. Правильно, так и надо. Ураганчик. И молнии. Призрак подпал под луч и сразу, ребята, сдох. Вот что я тебе скажу. То есть луч его этот убивает очень хорошо. А толкатель — это вообще что-то с чем-то именно здесь. Не котируется он, ребят. Пока. Но, тем не менее, мы победили здесь. Окей. Так, умелый завершено. Это где же такое у нас здесь? Это... Тут или где? Ладно, не имеет значения. Где-то завершено умелый. Идем на следующий поединок. Это у нас последний на территории нежити. Это у нас жнец. Против жнеца, ребят, шутки плохи. Поэтому выбираем с тобой команду нашу топовую. Вот эту вот. Блин, ну как меня в этом событии-то, а? Ведьма прям аж вообще, ребят, вывела из себя. Просто проминает меня. Еще этот тыквоголовый сзади из-под тишка лупит. Это да, конечно, было что-то с чем-то. Блин. Вот этого тут не хватало еще, а? Так, Ронин. Вот не подставляйтесь, поз... Ну вот сейчас все бомбанет. Как меня этот призрак достал, а? Поехали. Так, вот тебя тут только не хватало мне. Некро несчастная. Давай, бомбим. Потому что сейчас, если выйдет этот... Смотри, что происходит. Я в шоке. Ну где некро? Я жду, ребята. У меня суперудар уже. Вот он. Влупляем. Вот так вот будет знать свое место. Сразу его нахлобучил. Как только появился, сразу же череду своих этих лазеров и все. И он отдуплился. У кого-то энтузиаста завершено. Понял. Двигаемся дальше. У нас здесь сундук нежити. Замечательно. И переходим с тобой на долину подданных. На долину подданных. Так, тут у нас крестяшка плюс паладин. Я успею вызвать этого? Нашего-то. Давай быстрее! Успел. Ну и славненько. Так, блин, их тут двое уже. Что нам надо прокачивать? Нам надо прокачать с собой... Не прокачать даже, а вызвать, наверное, скорее всего, некро.
некро и еще, наверное, одного самурая. Замечательно. То, что нужно. Угу. Ну и, в принципе, все. Больше тут ничего делать нам, в принципе, и не надо. Самураи очень хорошо, ребят, встают в истерику. Четенько. Тыквоголовый подоспел. Ну и, как ты понимаешь, выигрыш за нами здесь. Так, мы с тобой двигаемся дальше. Вторая у нас тут территория. То же самое, только лишь добавляется копейщица. Со своим копишком несчастным будет нас отталкивать, но это все ерунда. По-прежнему остается у нас здесь самурай в приоритете. Ох, ох, как он сделал. Так, друзья мои, тут надо вот так вот делать. Так, ну, естественно, ее прикрывать надо. Нашу некро, я имею в виду. Колобки кусаются. Очень больно кусаются колобки, не забываем об этом. Ну и нормалек. Все. Дальше будет все изи. Тут у них уже шансов никаких нет вообще на победу. Еще и заморозка влетает. Но заюзать пришлось. Не-не-не, шансов ноль. Фе. Просто запинываем и все. Классно. Классно, быстро, эффективно. В общем, то, что мы с тобой любим, да? По-быренькому, как говорится, и без проблем. Так, здесь грифа. Вот с грифой тут уже, ребят, похуже дела обстоят. Поэтому возьму этот отряд. Потому что ниндзя все-таки эффективнее будет, чем тыквоголовый именно с грифоном. Хотя, ты знаешь, с этим грифоном я не знаю, что вообще эффективно. У него не это так катанка, да? Потому что он любит бомбить, у него этот удар феникс еще. Блин, а этого я так и не поменял, да? Так толкать или оставил в этом отряде. Зря. Зря я, конечно, так сделал. Что-то вас тут, по-моему, много, ребятушки, вам не кажется? Давай возьмем. Опс, заморозочка. Шикарненько. А вот и грифончик, ребята. Собственно, персона вышел, появился. Надо его сейчас быстренько уничтожать. Вот единственное, что если он сейчас сделает свою эту... Нет. Свой предсмертный хрип он не сделал, поэтому дальше его запинывает. Давай, давай, родные мои, жарим, жарим их. О, еще и ураганчик. Ну давай, влази, влази. Ой, тё-тё-тё-тё. Блин, ребят, по времени-то уже надо бы черепашки-ниндзя снимать, потому что время-то уже 3 часа 10 минут, а я все... Я думал, быстренько сейчас с тобой Tower Conquest поиграем и успеем. Ладно, ничего страшного, часик-два задержка будет. Самое главное, что я вообще не вырубился, не уснул. Я мог отрубиться, я же тебе говорю, что потерял счет времени. Днем сплю, ночью бодрствую. А сейчас 3 часа дня, и я себя чувствую довольно бодренько на самом деле. 6 чашек кофе выпил, еще бы не бодренько, да, себя чувствовать. Так, куда ты прешь? Ну куда ты прешь, мелкий? Куда ты вот бежит, а? Ты посмотри. Титька тараканья, на тебе. Слушай, молнию. О, еще и лучница здесь. Не, ребят, ну это уже это перебор. Это перебор. Да, вот так вот будет получше, поэффективней. Толкатель, выходи. Еле-еле идет этот толкатель у нас там. Еле-еле. Кто-то мне понял, а, лучница там бомбит. Слушай, он меня одними этими бомбит сейчас, крестяшками. Прикинь? Нет, толкатель хорош, ребят, на самом деле-то вот. Быстро, правда, погибает, но он хорош. Да чтоб тебе так, посмотри, а. Мне такое ощущение, что игру как-то немножко усложнили. Вот такое есть ощущение. Может быть, конечно, я заблуждаюсь, или, ну... Есть такая вот сложность. Разбираются противники не так легко, как раньше. Это прям вот чувствуется. Но, с другой стороны, это даже может быть и хорошо. Так, по крайней мере, будет как-то, ну, интереснее. Какой-то ажиотаж уже появляется, да? Чем так, на расслабоне дрынкать.
Так, ну что же, мы тогда берем с тобой вот этот отряд. Тут епископ собственной персоны. Поэтому нам надо как-то, я не знаю, быстренько его накумарить, чтобы он даже нос свой не вытащил. Замок надо разобрать. Давай, наверное, Ронина отправим. Отправил. Я думал, что он побежит, а он, как всегда, на расслабоне. Так, давай прыгуна возьмем тогда. А вызовем. Ну тут понятно, тут. Что тут говорить? Давай, рви. О! Обожаю, когда так происходит. Жить. Жалко, конечно, не синий луч вышел. О-о-о. Давай, родные мои. Уничтожьте. Я! Я же говорил, что епископ не появится. Слишком шуганный этот епископ здесь. Так, что мы с тобой забираем? Сундук подданных. Ничего такого нам не выпало здесь. Территория роботов. Ага, вон там нефритовая империя будет. После вот этой территории. А вот как раз и толкатель вражеский плюс бомбер. Ну, толкатель тоже здесь не дешевый юнит. Поэтому нам нужно с тобой что сделать? Призвать джиггернаута в первую очередь. Вызываем джиггернаута. Ну и все, и дальше. Дальше в помощь ему кого-то она. Вот, вот сейчас вот будет самое интересное, ребят. Кто кого передамажит. Ай, вот так вот, что он сейчас делает, ребят, это очень плохо. Есть, успели мы его запинать. Давай, давай, клетку. Оп. И все. Пускай сидит он в этой клетке до посинения. Бомбер, блин. Ну, в общем, в любом случае, замку крышка, ребят. Правда, толкать? Нет, не успел вызвать его. Все. Быстренько мы с тобой тут чик-чик-чик запинали. Так, ну что, переходим с тобой на второй этап. А мы можем даже вот этот отряд взять. Ну, лучше отыграть, наверное, наш вот этот вот. Давай отыграем его спокойненько, со спокойной душой. Конечно, вот некро тут как-то вряд ли что-то на хорошее себя будет представлять. Так, он вызывает бомберы. А вот и вышел толкатель. О, сейчас они вдвоем по тут быстро раскочепарят. Да, с толкателем-то. Ну-ка. Ну, некро, ну... Да, стоит там, блин, баклуши. Трындец, короче. Этот бомбер бесит вот. Да куда ты бьешь-то, ты куголовый? Ну, чё... И двоих прям, и двоих прям... Накрывает медным тазом. Просто не, они не успевают, ребят, этого бомбера ушатать. Вот и все. Ну, давайте, бомбить уже замок ему в конце-то концов. По всем попал. Понимаешь, просто по всем. Он летит и бьет именно по тем целям, которые у меня стоят, не двигаются. Они не двигаются, почему? Потому что они стреляют этого бомбера. И пробить его не могут. Бесит аж. Ну что, тут еще и молотильщик прибавляется. Молодцы, лучше не придумаешь. Молотильщик, что нам? Возьмем этот отряд. Молотильщик на молотильщик пойдет тогда у нас. А, у него еще опять же... Блин, тихо ты. У него опять же бомбер, да? Распилякаем его сейчас. Вот таким вот образом. Ну что, если у него будет бомбер, естественно, нам надо вызывать тогда... Всадника. Отлично. Так, иди сюда, хлобуда несчастный. Еще и напугали его, шуганули.
Прям в спину его набомбашил. Жух. Демонтаж. Ускоряшка мне выпала, ничего себе. Это круто. Ну и все, до свидания. Хм. Шикарно. Так, ничего тут с тобой не это. Тренировать команду. Нефрит, заявить награда портала. Это мы сделаем так. Два рекламных сундука. Выиграть две нефритовые империи. Обучить отряды. Сделаем. А что там написано, последний день? Сегодня что, последний день? Упс, ребят, сегодня надо как-то мне все это выполнить. Тренировать команды. Сундук этот. Ох. Работы мне сегодня предстоит много. Наверное, целый день придется заходить в игру. Но Вуконга получить надо. Ну, мы с тобой его получим. 5 карточек, ты понимаешь, это всего лишь одна звездочка, ребята. А дальше-то где его, откуда прокачивать? Вот что, непонятно. Его же надо прокачивать. Такс, это что такое? Замечательно. Армия Трисогузки вперед. Толкатель, вали отсюда, а? Тебя никто не звал сюда. Заморозочка. Жук. И все, и стоят. И стоят родные, не двигаются. Вот так вот сделаем. Чтоб сразу же как вы появлялись, на разборку шли. Ну, здесь шикарно, ребят. Бомбанули. Прям вот в легенькую. Так, ну что, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Последний у нас этап. Тут я вижу термин 9000. Я с ним уже, ребята, давно не сталкивался. Ну, в плане не сталкивался, я его не видел, чтобы он выходил. Но если он выйдет, то это будет, конечно, жестко. Своими снарядами он забамбливает, будь здоров. Поэтому, Ронин, ты готов? Нет, тогда не Ронин. Сделаем так. И Чумнуху позову. Позову Чумнуху. И Прыгуна. Да. Прыгун, ну что ж ты без истерики -то побежал. Я надеялся, что ты психанешь. А ты не психанул. Чумная, почему яд не выплескиваешь, а? Оу, вышел. Хорош, дядя. Ну-ка нафиг тебе. А я только говорил, ребята, что давно его не видел. Вот он, явился, не запылился. Хорошо, что у меня луч был готов к его встрече. Сразу мы его накатили. Так, трансформатор, щитобот и 12600 монет. Ну а вот и нефритовая империя. Добрались мы до нее. Ох, ёк, макарёк, Ронин. Так, что нам делать? Наверное, вот это брать. Ронин, друзья мои. Такс. Погнал. Да-да-да, я... ага, ну это хорошо, что он так вышел. Значит, мы успеем его распилякать. Он сейчас будет на одних Ронинах тут рубашиться. Ой, не на одних Ронинах. Хе-хе-хей. Блин, горелый. Ага. Тихо, хакну сейчас. Хакает его не там. Все, спать.
Ну вот, совсем другое дело. Не-не-не, там уже тебе ничего не поможет. Крутенько. Крутенько. Самое сложное — это первый поединок, потому что расстояние между нашими замками — это очень минимальное. Так что тут надо, сам понимаешь. Блин, опять Ронин здесь. Поэтому ничего менять не будем. Это случайно не та компания, где будет Вуджен? Он, по-моему, опять меня будет задалбливать. Ну где Ронин-то? Ой. Он немножко не с того начал. Паладин. Такс. Дракоша, а? Шпарим, 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 ребята, шпарим по ним. Разобрали. Е. Ну, и замку крышка. Мне очень нравится вот именно у всадника на журавле. Он когда бьет по цели, он пробивает полностью ряд. То есть он бьет по всем целям сразу же, одним словом. То есть если даже он бьет того же самого терракотового воина, да, который стоит впереди, он, соответственно, пробивает еще и по замку. Вот это большой и огромный плюс для нас. Так, ну что? Тигр. Оу. Серьезная заявочка здесь. Тигр, значит... Ронин, ну, как всегда, ребят. Все как всегда. Хорошо, что Ронин вышел не спеша. Естественно, мой молотильщик его запинает. Окей. Но расслабляться, опять же, еще пока рано. Еще вытворяет. Ха-ха-ха, на пилу попал. Вот так-то. Знай наши, как говорится, да? Попал на пилу. Блин, а вот это плохо. Вот это, ребята, плохо. Естественно, надо его пилякать здесь как можно быстрее. Видишь, что вытворяет жучара? Вот именно... Ох, ёк, макарёк. Е. Молотильщик, ты сегодня у меня в угаре. В ударе, точнее. Просто красавчик сегодня. Ведешь себя достойно. Я не знаю. Очень достойно, одним словом. Так. Ускоряшка. Ух. Ускорение, правда, на доли секунды, ребята, дается, но иногда это очень хорошо помогает именно для прорыва. Для буста, так скажем. Е. Запинали. И этот буст очень хорошо. Хорошо сказывается. Так, ребят, ну что у нас? Так и думал, что с Вудженом. Блин. Ёк-макарёк. Я, конечно, попробую, но... Пум-пум-пум-пум. Не знаю, что у нас из этого может вообще получиться. Он же Ронина может вызвать, да? Пока тишина. Ты ракушу вызвал. Бесит. Ну вот, ребят, вот. Вот об этом я и говорил. Ну вот и что вот теперь мне делать? Чего? Дядя, ты остыл бы, а? Так, заморозочка идет. Оп! А, блин, я хочу жнеца позвать. Что-то тут как-то мне совсем не нравится, что тут происходит. Ураган. Хыч-хыч. Давай-давай-давай-давай-давай. Да он сдувает мне, прикинь этого. Жнеца просто сдувает его.
Ну вот Жена-то хоть... Слушай, он достал уже, а? В плане, куда моя эта клетка делась? Ребят, вы чё? Нормально? Вот как тебе такой итог, ребята? Он просто, моя клетка куда-то пролетела в никуда. Просто в никуда. 30 секунд. Да что я тут за 30 секунд сделал? Да ничего. Просто ничего не сделаю. Не, это чушь полная, ребят. Клетка, извини, просто улетела. А куда? Непонятно. 14 секунд. Фул хп, да ну. Тут уже, ребят, он таракошем своим заманает меня сейчас. Просто забомбашит. Не-не-не-не. Тухлый вариант. Ускоряемся, короче. Зашибись, да? У меня клетка пролетела. Если кто не верит, ребят, можете посмотреть. Там даже видно прекрасно. Летела клетка, тюк, и исчезла. Она даже не сработала, она просто исчезла. Вот и все. Не надо мне. Думает, я просто так сдамся, что ли? Конечно. Так, где у нас там энергия есть? Нет уж. Нет уж. Давай вот эту топовую возьмем команду. Сейчас я этих вот дженов буду рвать тут просто как тузи-грелку. Из-за них все, ребят, из-за них. Мой босс даже не мог подойти к ним, потому что они его сдували, эти вот джены. Фиговы. Что ты, мне думаешь, этим напугал, что ли? Я не могу понять. Вышел он. Блин. Че, муху надо вызывать тогда, получается? Ну, смотри, что. Отражение будет сегодня у тебя или нет, дамочка? Ну вот, хотя бы так. Опять этот таракоша достал у меня, а. Хоть не в туалете. Хоть. Есть. Совсем другое дело, да, друзья? Совсем другое дело. Ну что, последний этап у нас здесь. Естественно, берем с тобой элиту нашу. Берем элиту и... Ронин. Блин, и мой медленно вышел. Кто кого? Понятно. Ну а сейчас... Так, тигра... Льва... Видишь? Сразу же, ребята, отправляет эту душу. Че, опять Вуджен, что ли, там хейт-хейт-кей? Ну, а кто еще? Он уже бога ветра позвал, прикинь? Прикинь? Как тебе такой раскладец? Влупляем, ребят. Почему не синий луч? Как мне его теперь победить? Ое, малорик. Но опять же расслабляться рано еще. Хоть. Да ты достанешь, а? Правильно, давай. Так, радоваться, ребята, рано, потому что он может еще вызвать. Да вы серьезно, что ли? Чумнуха, давай хоть ты, 45 секунд, ё-моё, блин. Пока мои заплевывает. Ну это что, это же издевательство, самое настоящее, ребят. Давай, Ронин, вся надежда на тебя. Фу, да что ж такое-то, давно такой сложности-то не было у меня, ё-моё. Ты посмотри, а. Остров Завоеватель завершено. Команда Б завершено. Тренировать команду.
заявить награду на портал. Так, давай заберем это. Угу. А вот у нас, ребята, и награда за портал. Чух. Погнали. Следующий телепорт у нас. Ну-ка посмотрим. Завершилось что-то, видишь? Где-то полностью... Вот. Запрос. Оу. Это что? У всех... Ты прикинь, у всех отрядов, ребята, опять фулл энергия. Так, а тут еще что-то завершено, по ходу дела. Выиграйте две нефритовые империи. Заявить рекламный сундук два раза. Тренировать команду. Слушай, давай-ка я попробую сейчас сундук заработать. Или подожди, давай лучше посмотрим, что у нас в портале. Где у нас нефритовая... О, она третья будет. Блин, ребят, я не знаю, что делать. Давай, наверное, мы с тобой сделаем рекламную паузу. Ну как рекламную паузу? Закончим сегодняшнюю серию. И, наверное, уже после черепашек продолжим. Потому что если я сейчас буст пропущу, ну, ты сам знаешь, потом будет не очень комфортно играть. Давай, наверное, так и сделаем. Да? А еще перед игрой я заявлю на сундук. Так что, друзья мои, пока делаем перерыв. Всем удачи и до новых скорых видосиков.